накормили. Мать, ладно. Кстати, мы все еще видео не включили. Видео. Эту камеру. Мы сделали видеореакцию на клип Vic's Fantasy. Здесь напьешься, вот и не. Так, раз, два, три, тыщ! Ой. Мы скоро их увидим, так сказать. Это Лео? Голос. Чё шикартать свои? Так, где скачать эту песню? Песня классная. Короче. Кто это был? Лео. Что, у него такие волосы. Я, кстати, бахилку начала тащиться здесь. Дайте. Все, в принципе, все тащились. Смотри, какой у него открытый здесь ворот рубашки. Смотри, какой классный. А тут партия Мурина. Чушь такая классная? Я не помню. Партия. Я не помню. Смысл нет. Мне нравится вот этот. Да, у него там такое выражение лица было. Ну там сзади же? Да. Ну вот когда мы. Ну, классно, когда надо. Я не Сережки. Ну да. Он связан. Девчонки, пользуемся. Так, надо связать его в Казахстане. Все, я признаю, что я фанатею Икса в морали. Число. Мне там любимчика нет. Пашка, если... Это тут венец терновый. Прикольно. Так что, у него пати нет? Ну? Где пати Хонбина и не врубилась? Нету? Козлы. Не устанут ты парни сюда. Маски. Ну, наверное, ее просто прозевали. Мы ее прозевали. Рави! Ну где же партия Хунбина? Обычно всегда выделяется партия Хунбина, тут вообще как-то. В последних двух камбэках он как раз и выделился. Ну здесь его голос такой. Партия Хёка чуть не так прям придумалась. А где-то в середине. Что мне сейчас вот больше всего как раз нравится партия Лео и Кена, как раз когда он без партии. Это было классно. Опер на рогонку, так что. Просто у меня нет голоса. Фейный участник Викс. Да, конечно. Я согласна хоть сейчас. Хотя бы на одну. Нет, мне хватит 5-7 минут на каждого участника. Сколько, кстати, осталось? 3 недельки, да? Через 3 недели же они приезжают. Да, они к нам приезжают. 24-го числа будет концерт Виксов у нас здесь. И у нас уже есть билеты. И не только Виксы приезжают, но и другие группы. Тул Шабат. Да. И Эксы. И еще Бутамон. И билетов больше не осталось. Да. Супер Джун. Десембер, знаю, еще какие-то. Ну, певцы, сольники. Ну, главное, я увидела Викс.
Ага! Надо пойти, надо сходить. Там, наверное, где-то 4 песни не спою. Наверное. Ну, хотя бы ради этих 3-4 песен Виксов. И еще другие, конечно, будут. Нужно будет. Надо будет, кстати, послушать и тоже поддерживать их. Что они классные. Да, пусть приезжают в Казахстан. Главное не забыть очки. Иначе я буду сидеть, ничего не видеть. Надо бинокль захватить. А, так? Нет, на балконе. На следующий день покупали, вот с утра на следующий день покупали билет и уже на балконе. Важно, самое главное побывать вообще на концерте, это самое важное. На фан-сайт вообще не получается, там вообще сказали конкурс какой-то. Я хотела, кстати, мы хотели написать, я забыла. Я хотела сделать фотку, но... Я забыла, ужас. Ну что-то у меня уже настроение. Все, пролетели мы с фан-сайтом, девочки. Всем спасибо за просмотр. Да, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И также смотрите, не забудьте просмотреть наши видеореакции. И там тоже поставить лайки и комментарии. Да. Комментируем, please. Нам очень важно ваше мнение. Да. Нравится ли вам или нет. Но надеюсь, что будете ставить именно лайки. Без лайков нам не надо. Ладно. Хорошо, пока.